Алла Пугачёва готова на все, чтобы сохранить семейное счастье с Максимом. Шаумин является главным добытчиком в семье. И, пока примадонна отдыхает дома на диване, он колесит по миру с гастролями и съемками. Пугачёву такое положение дел, конечно, устраивает, однако в свете последних событий в мире она очень переживает за своего мужа. Пугачёва призналась, что умоляла Максима отказаться от гастролей в Новую Зеландию и Австралию. Чтобы уговорить любимого, она использовала самый веский аргумент – встала на колени. Все из-за бушующего коронавируса, унесшего жизни уже тысячи людей. Артистка волновалась, что супруг может подцепить заразу в аэропорту. В эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ 70-летняя народная артистка поделилась своими переживаниями. «Я боялась, стояла на колени. Говорила ему, что не надо туда ехать», – рассказала Пугачёва. К счастью, все прошло хорошо. Галкин уже вернулся из поездки и снова уехал в Новую. На этот раз путешествовать он отправился с детьми, Лизой и Гарри. Шаумин поставил двойняшек на горные лыжи в Аспене. А вот за своим здоровьем примадонна следит не так внимательно. Пугачёва созналась, что игнорирует врачей и редко проходит обследование. Зато она не пренебрегает консультациями пластических хирургов. Алла Пугачёва поделилась откровением, делать операции под общим наркозом ей нельзя из-за проблем с сосудами. Поэтому она спасается мелкими подтяжками под местным обезболивающими.